Всем привет! Достала я свой самовар, сполоснула водичкой, наполнила, растопила, раскочегарила. Самовар оказался исправным, кран не течет. Проверила, краник открывается, закрывается, труба дымит, все в порядке. Осталось сделать небольшой ремонтик, у крышки прикрутить ручки, начистить его, и можно пить чудесный, натуральный, настоящий чай. Вот такой вот у меня сегодня вам рассказик. Летний отдых. Вот и все. Пока-пока. Всего вам доброго. Пишите.